музей какой-то. Больше всего военные военачальники, итальянские военачальники. Все понятно. Ну не пойдем, поздно уже. Сейчас мы выйдем отсюда, военный музей. Красиво, но темно. Вон Колизей светится. Сейчас мы его увеличим. Подсветка в Колизее классная. Можно туда пройти, но что вот по темноте там уже ходить. Завтра утром мы собираемся туда. Хоть бы дождя не было, проливного. Вот. Красиво, конечно, красиво, но город освещен плоховастенько. Прямо-таки плоховастенько. Это площадь этого святого. Нет, это не площадь, не купол Святого Петра, нет. Другая церковь, наверное. А в ней мы... We were today. This church, right? I think we're in the same one. See? Колизей красавец, да, подсвечивается. Класс. Опять рестораны, опять пасты. Ну, в общем, на пятый день мы уже думаем, как они едят все время одну и ту же еду, слышите? Она, ну, там разные, можно заказывать с чем-то, но все равно это очень похоже. Очень похоже. Как это можно все время одно и то же есть, да? Это же ужасно. Ой, ну нечего здесь делать, пошли отсюда. И паста, и это пицца, паста, пицца. Как они, интересно, это все. Все время одно и то же едят. Как они, и все время на хлебе, да, получается? То есть, ну, паста, пицца, он же хлеб и есть, вот в чем дело. О, really? I'll help you now. Паста, пицца, паста. Hi. Мороженое. Вот красиво, как у них украшено. Ну, то же самое, только украшено. Как красиво. Красиво, да? Красивое мороженое украшено. Так, ну ладно. Это мы после ужина, может, съедим мороженое. А до этого, вот как во Франции, столики очень близко друг к другу на улице. Поскольку они мелкие люди, они могут сидеть. Американок тут не посадишь. У нее будут все части. Желейна вылазит наружу. Желейна вокруг стула, а потом наружу. Шарфики, шапки. Все. Но I have for here. Все, слышите, вся торговля ориентирована на сезон. То есть сейчас вот на дождь, на все вот эти вот дела. Вот. А ничего нет. Опять сэндвичи и пасты. Ничего нет такого, чтобы купил, вот, например, во Флориду. Да, абсолютно ничего. Все у них как-то ориентировано на эту погоду. И все, даже малюсенькие эти шопчики, а здесь только малюсенькие шопчики и есть, они продают только одежду сейчасшнюю. Шапки, перчатки. И все темное, такое темное, все не цветное, темное все. Вот. Опять айскрим там. Мороженое place, окей. And let's go straight for the door. Такие магазины такие. Маленькие площади. Все такое маленькое такое. Говорила, да, уже размерного ряда нет у них. Is it men and ladies, maybe? О, здесь даже второй этаж есть и третий. 23,95 кофточки. Мэнерские штаны надо поискать нам. О, oh, this lady. Is this lady for men? Do you have men department for men? Pants for ladies. I want upstairs, ma'am. No, upstairs. Here. О, с музыкой. Музыку забанят. Так, ну сейчас посмотрим, что. 15,99. Куртячки. Они тач, да, дотронься. Такое. Милитария, это не нам.
Ой, какая музыка забанит меня. Ой. Так, мужские штаны ищем. Мы хотели в Италии хазбанера. Вот, гляньте, какой приятный цвет. А я говорю, ничего цветного. Что все искусственное, все скрипит. Какой кошмар. Ну, потому что 15 евро стоит. Это 80% off. Это стоит 40, а стоило 50. Ой, какие они все искусственные. Даже не обработанные, обрезанные. Такое. Ширпотреб здесь. Больше как молодежный магазин. Ну, штанишки, джинсы. Но больше похож на молодежный, да. This like for younger. For younger, right? Его на... Смотрите, здесь $12 эти капри джинсы мужские. Хоть что-то нашли летнее. А здесь 15,99, а здесь 12. То же самое, понятно? И эти, и все остальные 15. Maybe they come with me, no, I mean in English. Все искусственное меха, искусственная кожа. Все это обвивать стены кожи внутри. Вообще ничего нет. Из натурала вообще ничего. Нет, ну есть там лазеровые какие-то магазины. Но... Ну так, наверное, сейчас это носят, да? Так, так себе. Ничего, наверное, ничего. Вот. Меня еще бесит, что все время по одной. И вот я спрашивала по одной. То есть висит вот это одно, понимаете? Искусственный мех. Все это не... Даже не... если распродажа, я понимаю, там бывает, что по одному размеру, да? А это висит не на распродаже, а по одной. Искусственная кожа на брюках. Дермантинище. Вот так вот. $92.39 свитерки. Сумки эти ужасные такие, с этими заклепками. 39.90. Ужасная. Легкая такая кожа искусственная. Черт, что? Ну, у них шопинг такой какой-то. Можно сказать, индивидуальный какой-то. То есть, не знаю. И я спрашиваю, говорю, а размер? А надо вот один, значит. Ну, может, что-то они, конечно, имеют в размерах. Короче, нет. Короче, недаром в моих видео, когда я показываю шопинг по платьям или что, полно людей смотрят и все время спрашивают. Недаром, я поняла. Я думала, в Европе лучше шопинг, честно. Думаю. Думала, что, знаете, какие страшненькие сумочки. 24,90. Смотрите, какая страсть. Нитки торчат, не обработаны. Ну, кому-то да. Такой кошельгочек. Вы знаете, здесь бы так вот за сувенир взять, что-то купить на сувенир. 29,90. Ну, искусственная, дермантиновая. Даже если она и натуральная. Ну, вот эти еще куда не шло. Маленький чапардончик. Ну, куда не шло еще. Еще куда не шло. Если здесь купить что-то... Ой, это фетра, знаете. Вот так, да не фетра, такая искусственная фетра. 45, это 4 или это 9? 45, 50% off. И здесь такой же. $18 дермантини. На итальянском это дермантини. На ощупь ужасная. Ну такое. Ну, в общем, 21. Ну это не так уж и дорого, но... Ну, страшненькая, люди, страшненькая. Вот это еще ничего. Как она не натуральная. 34,90. Холодная и грубая. Дизайн так красивый, можно сказать, да? Кто его знает. Ну, это еще по Флориде, может, такая сумка мягкая пошла бы походить. Ручки не натуральная. Ну, по цене видно. 36. То же самое. Так, 29. Вот. Ну, вот так вот. С этими шариками.
Шарики натуральные, кроликовые. Сумка. Сумка не натуральная. 36,90 евро. Все в евро. Я когда говорю доллары, имейте в виду, что я подразумеваю евро. €1.50 или $2 этот. Цена написана. Здесь прямо в нос написана цена. О, здесь проповедь. Он поляк же, да? Папа римский поляк, я так думаю. Последний папа поляк. Или не поляк?
В этой церкви мы были, гляньте, какая красота. Ночью открыто. Сидит попрошайка с собачкой. Красивая такая. Ох.